если Господь как назвать. Сейчас вы видите эксклюзивный репортаж. Буквально я проезжал через это место минут 45 назад. Случилась авиакатастрофа. Упал маленький одномоторный самолет. К сожалению, я не успел вытащить вовремя камеру, чтобы заснять все нюансы, детали, но все ведущие телекомпании уже стояли на обочине, снимали, а полицейский бодренько махал мне, чтобы я не затормаживал движение, а ехал. Вот. Детали, что произошло, наверное, можно будет потом посмотреть в новостях, и уже я смонтирую видео с деталями и нюансами. Вот. Пока вот повторно проезжаю в обратную сторону, чтобы заснять, что же здесь происходит. Движение затруднено. Самолет упал на разделительную полосу. Вот такой вот маленький самолет, как мы видим сейчас наверху, вот, свалился. Да, он отсюда виден очень хорошо. Сейчас попробую приблизить. Видимо, опоздавшие телекомпании снимают. Да, непонятно, что же произошло с самолетом. Сейчас приеду домой и буду разбираться в интернете, смотреть информацию. Thank you.